Всем привет! Здоровайтесь, ребятки! Тут Света стоит, но она не хочет показываться. Или будешь показаться? Ну, все, уже показала. Мы решили, ребята, надуть шарики. Маш, покажи. У нас приходили когда-то вот такие вот с Алиэкспресс. Света, возьми, а то мне сдалека неудобно показать. Циферки. И мы решили их все надуть. У нас они все есть. Все разные здесь. Вот видите, их целая куча. Если кому будет интересно, напишите в комментариях. Я вам ссылочку оставлю. Где шарики? Они тут разные. Сейчас будет Света... Подожди, Оксана, сейчас будет Света надувать, и мы вам покажем все шарики, какие у нас есть. Ваня шарик уже на пол. Ваня, красивый шарик, лисичка. Это, видите, лисичка, цифра 3. Катя, на там составляй где-нибудь. Так, это что за цифра-то? 9, скорее всего. Нет, или ж... Нет, 9. Сейчас Света надует. А Катя не так надо, видишь, вон это... Ваня, подожди, сейчас надуем, да, Ванечка? Ваня, красивые шарики, Ваня? Да. Не грызи рубашку, не надо. Это 9 цифр. Давай вон туда слаживай, дальше пошли. Вот эту, да, надуй ему, надуй. Дадим ему шарик, чтобы он не плакал. Девочки, так не надо испортить их. Марина, ножнички дай сюда, что не дай боже, не дай бог, где-то что-то порежешься. Давай-ка, давай. Не получается, да? Давай сейчас Света тебе надует шарик. Подождите. Может, не туда вставила? Туда? Сейчас тебе надуют. И качка. Это какая чистка? Вот уже, на... дай ему подуть, Света. Он подуть хочет именно. Ой, какой Ваня молодец! Дует шарик! Да, Ваня, красивый шарик будет? Давай, все, еще дуй. Мама, ты еще тоже. Все, Ванечка, молодец. Все, покажи, Ваня, какая. Вот, цифра 1. Сейчас тебе Катя даст. Вот еще шарик. Подожди, Оксана, не надо. Вы испортите, неправильно надуете, Оксана. Вот ты сейчас неправильно вставишь, и все. Я вот эту не вставляю. Дай Ване надувать, дай Ване. Свет. Ване нравится. Катя, неправильно ты делаешь. Не трогай. Смотрите, Ваня как надувает. Ой, Ваня, молодец. Не трогай, пожалуйста, сейчас тебе надуют. Мама, Катя мне дает. Сейчас, мама. Вот цифра 6. Дальше. Свет, сделай им, чтобы надувать. Чтобы они могли тоже надувать. Там Маша у нас надувает. Маша цифру 2 надувает, да, Маша? Вот так вот потом запечатывается она. Вот такая вот циферка 2. Так. Ты что за психи? А потом ручки все растеряете, ага? Ваня прямо шестерит его на самому надувать. Маша взяла тоже. Мариночка, так, как-то бы пока... Дуй, Мариночка, надувай. Вот молодец, моя умница. Молодец, надувает. Покажи. Это цифра 0. Ты чересчур, видимо, передула, поэтому он так перекосила его. Он должен быть вот так вот, цифра 0. Нет, еще нет. Ты чего? Проверяй, Катя. Цифра 5, ну. Только наоборот, вот так вот, цифра 5. Ваня надувает, он маленький, ты большая уже. Цифра 8. Цифра 8, да. Сейчас мы вам покажем, какие вообще здесь цифры есть. Ой, Марина, молодец. Надула, все. Доставай ручку. Доставай. Сильнее тяни. Вот, молодец. Цифра 4. А все, больше нету. Сейчас надует последнюю. Ваня, иди дуй. Вон дуй. Надувай. Ну все, сейчас будем показывать, какие циферки есть. Там все до 10. Да, там от 1 до 10. Ну, 9, 10 нолик. 1, 2,
Так, давай покажем. Ой, циферка один. Это, ребята, вот такая вот собачка. Все, давай показывай, потому что мне неудобно, но сдалека. Один вот такая вот, ноль. Ноль это обезьянка, вот такая вот замечательная обезьянка. Один циферка собачка, двоечка где? Двоечка это вот такой жирафик. Так, пятерка. А вот этот вот, смотрите, сдувается. Это восьмерка. Семерка, восьмерка, четверка. Смотрите, какие все красивые. Девятка, шестерка. Там пятерка. Да. Надуй получше его. Ой, Ваня съел Свету крокодилом. Да, покажи своего крокодила, Ваня. Ой, какой крокодил. Семерка, да? Там колготки упали. Вот такие вот, ребята, у нас циферки. Вам понравились, Мариночка, циферки? Марина, понравились циферки? Да. Скажи, ставьте лайки. Подписывайся. На канал. Да. Вот так вот, да. Колокольчик. А, да, обязательно нажмите на колокольчик. Если кому нужны вот такие вот, то напишите, я вам ссылочку дам. Белка, да. Собака. Красивые. А тебе, Марина, какая больше понравилась? Мне вот эта. Пятерка? Шестерка? Шестерка это. Ой, Ваня рубашку расстегнул. Да, крокодил Ване понравился. Это киса. Это киса. Смотри, мяу, киса. Мяу, киса, да. А здесь змея. Видите, змея. Змея, да. А это жираф. Упал, поднимай. А это тоже змея. Значит, это не змея. А, это гусеница. А там кто? Какие-то осьминожки. Это не ящерица. Какая это ящерица? А, вот я. А это? Зебра, правильно. Это обезьяна. Это обезьяна, да. Это лисичка, да. Вот это ну все, вот, вон, кидайте на койку. Все туда шарики. Играют. Все, Марина, аккуратно. Упал за диван шарик. Да. Видите, плед, когда ты вязал, он как раз понадобился на диван сейчас. Да, довольные. Вот так вот они играют. Вот такой вот у нас день. Да, обезьяна. Но они захотели надуть сейчас их. Мама говорит, давай надуем уже. Ну давай надуем. Вот надули. Да, ладно, играйте. У нас время подходит к 3 часам. Мы со Светой пойдем на почту. Мне надо сходить узнать насчет пересылки. И взять несколько пакетов для того, чтобы ну, потом отправлять посылки. Да? Меня многие спрашивают, Настя, у вас будет когда-нибудь на канале розыгрыш? Да, ребята, будет, когда будет 5000 подписчиков. Я обещаю, что на каждую новую 1000 подписчиков я буду делать розыгрыш. У нас сейчас 4850, по-моему. Поэтому, как будет 5000 подписчиков, мы будем делать розыгрыш. Что будем разыгрывать, я пока еще сама не знаю, но мы с детьми думаем, чтобы такое разыграть. Как мы люди творческие, может быть, даже и что-нибудь творческое разыграем. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. У меня тут курочки гуляют, сейчас я вам покажу их. Видите, Петруча. Вот от этого Петруча у меня такие красивые цыплята. Он хоть и злобный, но он хороший. Курочки мои гуляют. Мне подписчики некоторые писали, Настя, срежьте ботву картошки, тогда будет легче копать. Нет, мы, ребят, никогда не срезаем, мы копаем так, так удобнее доставать. И вот, где я копала картошку, вот здесь, да, вот этот вот участок, вот начиная оттуда, и вот этот вот участок. Знаете, почему она такая? Получилась коросточками как будто, да? Это магазинская картошка. Мы решили посадить нынче, попробовать магазинскую картошку. Вот именно вот этот закоулок. И мы очень сильно ошиблись в этом. Вроде в магазине она такая красивая была, хорошая, да, но вот посадили и не очень она хорошая. Но вчера муж сходил в другом месте, подкопал лунки. Вот где-то там вот он подкопал, не знаю точно. Или там где-то, не знаю. Но факт то, что там была ровная картошка. Там была без всяких вот этих коррозий. Но вот здесь вот такая вот. Петруча, скажи привет всем. Петруч. Света, куртку одень. Петруча,
Красивый наш Петруча. Петруча хоть и злой, но он хороший. А вот там вот, если вдалеке посмотреть, сейчас я вам попробую показать. Там курочка подошла, и смотрите, цыпленок голову просовывает, а курочка что-то ему там подпихивает. То ли червячка, то ли что. Цыплятам. Видите как? Не бойтесь, они не застревают, они просто голову высовывают, червячка им там. Курочка вот одна белая у нас такая есть, которая червячков находит, она к ним туда подносит, и они берут. Мы сами удивлялись, когда мы первый раз такое увидели. Но вот у нас есть такая курочка, очень заботливая. И наш Петруча красивый. Да, Петруча? Ты фотогигиеничный петух. Ладно, идем на почту, которую печка нам делала. Здравствуйте! Здравствуй, Ваня! Привет! Скажи всем привет! Привет! Да, не надо сетку убирать! А то мошки домой залетят, комарики, мошки залетят. Ну и Ванечка, отправь всем поцелуй. Поцелуй так. Ай, ты моя умница. Ладно, мы идем на почту. И потом в магазин зайдем на кое-что прикупить. Домой продуктов кое-каких. Ну так, немножко. Там наш Тайсон. Да, Тайсон? Тайсон хороший мальчик. Сейчас я тебе, кстати, куриные лапки куплю. Я иногда ему покупаю и прям так отдаю, он их ест. Да, Тайсон? Ладно, идем. Так, дорогие друзья, мы сходили в магазин со Светой, показываю, что купили. Взяли чебуреки с капустой, стряпать пока некуда, потому что со Светой будем обои клеить. И тут с мясом остатки. Дальше пришла посылка с Алиэкспресс, вот такой вот бюстгальтер заказывала. Ну, вот он в Свете будет, скорее всего. Потому что размер маленький, так уберу. Дальше сходили в магазин, взяли кабачки, капусту, помидорки, огурчики, молоко 2 литра взяли. Потом взяли вот такие вот бочонки со сгущенкой, всем по одной штучке. Хлеб также, 2 булки белого. Потом взяли еще колбаску. Прима Света попросила, говорит, давай, мама, купим. Я говорю, ладно, давай. Потом взяли чиабатта их любимый, в этот раз уже нарезной. Не то, что в тот раз был не нарезной. И лоток яиц взяли. Вот такие вот все покупочки. Сейчас будем топить печку и готовить кушать. У меня что-то горло попаливает, кстати. Я что-то совсем, ребят, болеть начинаю. Дома сейчас буду в маске ходить. Смотри, он тебе должен подойти, наверное. Света мне пирожок тоже оставила. Ладно, сейчас кофе попью и будем готовить кушать. Так что вы оставайтесь с нами. Да, ребят, вы меня просили по 2 раза в день выпускать видео. Я обещаю, что я постараюсь сейчас снимать по 2 раза в день. Будет и уборка, и все остальное. Сейчас, тем более, дети будут ходить в школу, в садик. Днем у меня будет время для больше для уборки, и никто не будет мешаться под ногами, когда я буду делать уборку. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Ну, а я пойду попью кофе. Дорогие друзья, на этом я сегодняшнее видео свое завершу и буду записывать новое, чтобы мне выпускать 2 раза в день видео. Хочу сказать всем огромное спасибо за то, что вы пишете ваши комментарии, за то, что вы вообще остаетесь со мной. И очень много полезных комментариев я читаю, ребята. Ремонт я буду вам показывать уже, знаете, как сделала часть, показала готовый результат. Мне так будет удобнее. Поэтому вот всем желаю хорошего дня, всем желаю хорошего настроения, всем желаю берегите себя, берегите свое здоровье. Самое главное здоровье сейчас. Ну и все остальное у вас будет, если будет у вас здоровье. И всем пока-пока.